Конечно. Давай играть. Привет, ребята. Во что мне поиграть? О, у меня идея. Я вызову папу. Прием, прием, база, ответьте. Прием, кто на связи? Даник. О, Даник, привет. У меня небольшая проблема. Какая, Даник? Во что мне поиграть? Это интересный вопрос. Даник, я вижу, что ты одет пожарным. Да. Значит, ты настроен на игру в пожарного? Конечно же. Это здорово. Это очень важная профессия. Тут с тобой никто не поспорит. Это действительно очень важная и нужная профессия. Хорошо, у меня есть идея. Какая? Давай поиграем в пожарного Сэма. Это будет очень классно. Прием, Даник. Прием, папа. У меня есть для тебя сюрприз. Какой? Закрой глаза. Я знаю, что ты любишь смотреть пожарного Сэма. Не открывай. Не открывай. Я долго ждал этот сюрприз и наконец-то дождался, чтобы вручить его тебе. Открывай глаза. Ух ты! Это набор фигурок из мультфильма «Пожарный Сэм». Покажи его ребятам. Вот он какой. Пожарный Сэм со своими помощниками. Папа, у тебя есть еще сюрприз? Да, ты какой догадливый. Да, еще какой? Есть. Так, закрой глаза. Не открывай. Даник обо всем догадывается раньше времени. Держи. Да, это тебе. Даник, ты знаешь, что это? Да. Что? Это тренировочная база. Точно, это тренировочная база пожарного Сэма. Давай скорее открывай. Давай. Итак, пожарный Даник, ты готов ребятам все продемонстрировать? Да. Тут, в этой базе, в этом макете есть имитация стекол, которые разбиваются, да? Вот. Так, есть имитация огня на втором этаже. Покажи, Данюш. Вот, огонь. И здесь огонь. Папа, я не вижу. Орман Прайс, я в огонь. Да? Да. Нужно немедленно его потушить. Да. Пожарный Даник, приступайте к выполнению своих прямых обязанностей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Значит, надо разбить. Может, тебе поможет лестница-штурмовка? Она поможет тебе добраться до второго этажа. Вот она. Смотри, это специальная лестница с крюками. Она называется штурмовка. Да. Она... Вот здесь можешь ее зацепить. Вот так. И теперь пожарный Сэм может быстро-быстро подняться на второй этаж. Чук-чук-чук. А где каска? Да, не каска. Она обязательно должна быть на его голове. Это же техника безопасности. Итак, ребята, мы вместе с пожарным Даником готовы к спасению макета, который находится где, Даник? Покажи его. Вот здесь. На третьем этаже. Там вот он. Вспыхнуло пламя. Вот макет. Там помогите, вспыхнуло. Помогите. Там я шучу, макет на самом деле не умеет разговаривать. Как много огня, Даник. Немедленно, немедленно поднимайся туда. Вместе с пожарным Сэмом по лестнице, которая называется штурмовка. Все, Сэм внутри. А я тем временем, пока Сэм поднимается, выбью двери. Вот этим, назовем его таран. Все, двери выбили, открыли. Элвис, Элвис. Что? Мне нужен огнетушитель. Понял, пожарный Сэм, сейчас будет. Ты покаместь, закрепляй макет. С помощью лебедки, а я буду бороться с огнем. И поможет мне в этом вот этот огнетушитель. Так, прицеливаемся в пламя. Точное попадание. Даник, я вижу, что на крыше еще есть пламя. Осторожнее, отойди в сторонку. Я им займусь. Прицеливаемся. Есть. Точное попадание. Огонь потушен. Теперь ты можешь спускать макет. Где пожарный Сэм? Он на месте? Да.
Отлично. Аккуратно, аккуратно спускай. Ведь мы должны считать, что это как настоящий человек живой. Ниже, ниже, ниже. Осторожнее. Я его возьму здесь, хорошо? Вот. Можно освободить его от пояса. Снять с него этот пояс. И макет спасен? Да. Хорошая работа, пожарный Даник. Помогите, помогите. Что случилось? Мой сынок Норман Прайс. Он внутри здания, где тренируются пожарные. А там огонь. Папа, у нас ЧП. Даник, действительно, это настоящее чрезвычайное происшествие. Норман Прайс забрался в тренировочную базу. А там ведь настоящий огонь. Да, там много огня. И он забирается на этаж, где много-много огня. Даник, где же Норман Прайс? Покажи его ребятам. Вот он. Вот он. А что он там делает? Почему он туда забрался? Ему стало интересно, и он забрался, где много-много огня. Да, какой любопытный Норман Прайс. Из-за своего любопытства он подверг себя большой опасности. Ну что же, давай его выручать? Да. Ребята, я готов выбить двери. Спасем Нормана Прайса. С первой попытки. Помогите, спасите. Там такой сильный жар. Я не смогу зайти в эту дверь. Придется подниматься по этой лестнице. Помогите, спасите. Норман Прайс, не волнуйся. Сейчас пожарный Сэм тебя вытащит. Помогите, спасите, кнопки. Я поднимаюсь. Пожарный Сэм поднимается по лестнице. Не волнуйся, я с тобою. Спасибо, пожарный Сэм, что пришел мне на помощь. Пожалуйста, Норман Прайс, это моя работа. Но нам еще необходимо выбраться отсюда. Сейчас я пробью отверстие в полу с помощью своего пожарного топора. Готово. Теперь можем выбираться отсюда. Норман Прайс, скорее прыгай в эту дыру. Там невысоко. Я за тобой. Пожарный Сэм, спасибо тебе большое, что ты спас моего сына. Пожалуйста. Норман Прайс, ты даже не представляешь, как ты меня напугал. Как? Очень сильно. Я так за тебя волновалась. Чтобы больше этого не повторилось. Ты меня понял? Понял. Ребята, играть можно только... Где Даник? На строительной площадке? Нет. Может быть, на тренировочной базе? Нет. Может быть, там, где ездят машины? Нет. Действительно, там играть нельзя. Тогда где же можно играть ребятам? На детской площадке. Правильно, Даник. Ну что же, самое время прощаться с ребятами. Всем до свидания. Я на задании. До свидания. Конечно.